Всем привет, с вами Косё Гасанов, и сегодня в моем выпуске моя сестра Жаля Гасанова. Она моя двоюродная сестра, ну просто мы однофамильцы, так получилось, что наши мамы вышли замуж за мужчин, у которых одна фамилия. Вы ее видели уже в прошлых видео, поздоровайся, моя любимая сестра. Приветик! Жаля снимает видео про косметику, она бьюти-блогер, вы можете подписаться на ее канал, посмотреть, что она там снимает, и сегодня... Я хочу разнообразить немножко свои выпуски, потому что у меня путешествия, всякая такая фигня постоянно. А сегодня мы снимем челлендж. Будет челлендж... Как это челлендж правильно называется? Marshmallow Challenge. Marshmallow Challenge? Короче, в чем суть этого челленджа? Вы суете в рот себе, да, маршмеллоу. У нас их очень много. К сожалению, мы не нашли нормальный маршмеллоу, но мы нашли маршмеллоу от Haribo. Я думаю, они тоже должны быть нормальные. Суете их в рот и пытаетесь объяснить, что смеешься, и пытаетесь объяснить каких-нибудь, я не знаю, звезд, можно звезд голливудских, можно, я не знаю, ютуберов, кого угодно, только главное, чтобы все их знали. Вот, и мы сейчас находимся в Сочи и снимаем в Сочи у своей прекрасной тети, поэтому мы передаем тете привет. Привет! Спасибо за то, что предоставила нам место и даже мне одежду, потому что моей тете свой магазин. Вот, и сейчас мы начнем. Начнем. Все, давай. Ладно. Это все лучше, но лучше. Это все лучше, но лучше. Лучше. Человек. Создал Эльфу? Этот человек создал Эльфу? Не вмещается! Эльфу создал Эльфу? 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 Где я? Подожди, а вы у меня на кухне смешно. Это девочки? Это девочки? Это вообще не видно. Мне это не видно. Я чуть не блеванул, подожди. Один очень сладкий забыл. Один? Это отвратительно. Они слишком сладкие, чересчур. Ну как нет?
я. Козленка. Охладись. Или цветник. Коля. Вот такой челлендж был у меня с сестрой, если вы вдруг заинтересуетесь. А, кстати, до этого мы снимали с ней другой челлендж, как я ее красил. Менее блевотный, чем этот. Я ссылку оставлю обязательно внизу, вы можете посмотреть. И у нас, кстати, через 2 часа уже рейс обратно в Москву. Мы сейчас находимся в Сочи и снимаем это все ночью, потому что мы отложили все на последний момент, как всегда. Короче, ссылка будет внизу в описании, так что смотрите, да? Скажи что-нибудь. Смотрите, пожалуйста, чтобы это было не зря. И ставьте лайки. Ставьте лайки. У меня будут редко выходить такие выпуски, наверное, только если мы потом еще раз увидимся с моей сестрой, тогда мы снимем что-нибудь такое. И... Забейте на него и подписывайтесь на меня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.